15 февраля православные отмечают Сретение Господне, один из древнейших и почитаемых праздников. В честь большого праздника в городском доме культуры города Лабинска состоялся Сретенский бал. Участники бала – студенты Лабинского медицинского колледжа аграрного и социально-технического техникумов «Лабинская молодежь». От имени главы Лабинского района ребят поприветствовала Галина Цымбал. Мы очень гордимся вами, и я хочу пожелать вам, чтобы ваши мечты, то, что вы задумали, все исполнилось. И сегодня вы можете попросить Всевышнего нашего Господа Бога о том, чтобы все исполнилось. Я хочу пожелать всем присутствующим самое главное здоровье, мирного неба над головой. Уже второй год в Лабинске традиционно проводится Сретенский бал. Организаторы мероприятия – молодежный центр «Портал» и собор Успения Пресвятой Богородицы. Желаю всем участникам прекрасного настроения, Божьей помощи, чтобы мы сегодня действительно насладились этим балом, насладились этой встречей. И чтобы каждый стал немножко добрее, лучше, чище, это нам поможет дальше в нашей дальнейшей суетной жизни. С праздником всех вас! В этот вечер звучало много красивых песен от талантливых артистов нашего района. Юные учащиеся воскресной школы при соборном храме Успения Пресвятой Богородицы подарили детям трогательную песню про самого главного человека на свете – маму. В завершении мероприятия благочинный Лабинского церковного округа отец Александр наградил участников и организаторов бала дипломами за личный вклад в развитие духовно-нравственного воспитания молодежи в Лабинском районе. Левица океан Николай Смирягин, Лабинск.